жара не спадает. Пришлось все укрыть, чтобы меньше испарения было. А тут еще сказали, воду отключат. Но это будет шок. Потому что не наполиваться этими бутылочками. Бочка наполнена, ванна наполнена. Все дорожки застелила, чтобы меньше испарялось. Будем надеяться, что воду не отключат все-таки. Иначе очень много растений погибнет. Кабачки 2 недели сидят после посадки на грядку. Ничего, так цвет набрали. Такой фокус с водой.